Отчетный концерт вокальной студии «Серпантин» состоялся 3 июня во Дворце культуры «Молодость». Лучшие творческие номера в исполнении юных дарований прозвучали для самых благодарных зрителей, родителей и друзей. Не унывать, идти по жизни легко, звонко и весело при помощи волшебных семи нот. Ребята учатся у своих старших наставников, которые помогают малышам и ноты освоить, и на сцене держаться уверенно. Сольно и в составе вокальных групп ребята исполняли песни самого разного содержания, но неизменно оптимистично и по-детски непосредственно. Это и подкупало зрителя, вызывая бурные овации. Атмосферу праздника артисты поддерживали яркими сценическими костюмами и танцевальными композициями. Дети со всей старательностью перевоплощались в озвучиваемые образы и весьма театрально исполняли песни, беспроигрышно используя свое обаяние. Этот год вокалисты студии «Серпантин» трудились плодотворно и старались не напрасно. Отчетный концерт зрители оценили на отлично.